Самых тяжелых отправляли в могилу. Мылись не каждый день. Он вызвал огонь на себя. Надо стремиться к миру. Жээнбеков Шангирей Жээнбекович. Место рождения. Северный Казахстан, Кустанайская область. Военное звание. Лейтенант медслужбы. Должность. Военный фельдшер. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии состоит с сентября 1942 года. Меня зовут Шангирей Жээнбекович Жээнбеков. Родился я 15 июня 1924 года в ауле Жаугашты Денисовского района нынешней Кустанайской области Казахстана. Мой отец – обычный казахский крестьянин. Мать – Зайтуна Мусабаевна, тоже дочь крестьянская. В 1935 году мой отец скончался. Мать там работала на скотобазе, доила коров, там, кормила и прочее. Ну, однажды, когда зимой ремонтировали скотобазу, она простыла, заболела. Это затем перешло в туберкулез легких. И в июне месяце 1938 года она скончалась. Мой дядя, он услышал, что мы остались так безнадзорно, приехал за нами, забрал. Вдруг объявили, что в Кустанайском медицинском техникуме объявляется набор студентов, закончивших 5-6 классы, и там студентам, учащимся, выплачивают стипендии 65 рублей, по-моему, объявили. Но это меня так вдохновило. Поступил на учебу. Первый курс закончил в 41 году. Ну, как знаете, в 41 году грянула Отечественная война. Громко объявили на всю страну, вот Молотов выступил, что фашистская Германия – враг не только советских людей, но и всего человечества. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В первые дни враг начал шагать в отдельных местах вперед, продвигаться, занимать города и села без всякого, значит, особого труда. Но во время войны всем гражданам выдавали паёк 400 грамм. Но наша заботливая директорша, Хадиджа Закировна Сайфи, оформила нас донорами. Мы время от времени посещали соответствующие учреждения, сдавали кровь понемножку для раненых. И нам определили 800 граммов хлеба и в обеденный перерыв, ну, какую-то там еду. В 1941-1942 год я проучился, закончил учебу, и 4 сентября я был призван в ряды вооруженных сил. Меня сразу же направили на станцию Чебаркуль под Челябинском. Это
артиллерийский полк, 1301. Меня сходу назначили военным фельдшером, одновременно назначили комсоргом. Я был в дивизионе. Батареи у нас были, 7-я, 8-я, 9-я. В каждой батарее санинструктор, медицинские работники, которые вот за порядком, за состоянием дела и так далее следят, помогают командиру, ну, держать людей и подсказать тому, подстриги ногти, тому постирай портянки, тому смени рубашку, тому, значит, еще что-то, побрейся, подстригись. Это, пожалуйста, вот они этим занимаются. Мылись. Не каждый день и не когда хочешь, а когда можно. Ведь на войне не каждый день мордуют друг друга. Там бывают такие моменты, какие-то затишья. Вот этим пользуются, устраивают бочки из-под бензина, 200-литровые. Одну сторону раскрывают, наливают, мыться и так далее, наливают, греют, и берут воду, и отсюда размывается. Самых тяжелых отправляли в могилу, прямо сходу. Страх, бах, нету, вот и все. Руки, ноги отсекли. То, что надо сделать, кровотечение остановили, как угодно, хоть на себе, хоть на носилках, хоть на арбе, значит, санчасть, там после осмотра или у себя оставляли, или провожали дальше в клуб сил для лечения в нормальных условиях. Вот все. У меня целая сумка всяких лекарств, начиная с аспирина, кончая там йоды и прочие, бинты, вата, значит, они таскали с собой везде и всюду, днем и ночью. Когда надо, пригодится, достал и оказал соответствующую помощь. Лекарств, продуктов, обмундирования. Страна пыталась обеспечивать в пределах необходимости. Но бывали перебои. Когда-то по каким-то причинам что-то не поладится, было и без пищи, и без того, и, значит, и так далее. Герои, санитары и санитары-носильщики, рискуя своей жизнью, работают в самых трудных условиях на поле боя. Презирая опасность, они выносят раненых с их оружием под огнем неприятеля. С 12 июня 1943 года было самое крупное артиллерийское наступление с начала Великой Отечественной войны. Враг, потерпевший поражение под Сталинградом, стремясь восстановить утраченные позиции, сконцентрировал огромные силы в районе так называемой к тому времени Курской дуги и начал артиллерийские наступления в районе Курска. В ответ на это наше советское командование организовало 5 июня, вот я хорошо помню, это мы пристрел произвели, ну, чтобы испытать врага, как он сам всем, и определить его огневые позиции и прочее. И 12 числа уже началось наступательная операция, крупная, и враг начал отступать. В ожесточенных схватках наши войска измотали, обескровили противника и, отбросив его, сами перешли в наступление.
плацдарм превратился в огромное кладбище живой силы и боевой техники врага. Это сделали наши артиллеристы, летчики, минометчики и танкисты. Я, исполняя фельдшерские обязанности, получил две медали за отвагу. 43-м и 44-м. Вот это за отвагу медаль, это в 43-м году. А это в 44-м году. Из приказа о награждении. В боях на Харьковском направлении Жанабеков Шангирей проявил себя как стойкий и мужественный фельдшер. Несмотря на артобстрел противника, находясь на наблюдательном пункте, быстро оказывал медицинскую помощь раненым и своевременно эвакуировал в тыл. 7 сентября 1943 года. На фронте сам все, что угодно, значит, можно было, можно встретить. И мерзли, и под солнцем, значит, страдали, и без пищи голодали, и переедали, и прочее, и прочее. Пистолеты младшему офицерскому составу передали только на фронте. В блиндаже собрались 5-6 молодых людей с пистолетами, разбирать, собирать, как стрелять туда-сюда. Виктор Стоякин был у нас, артиллерийский техник. Он, значит, посередине стоит, разбирает вот это сюда. Вдруг ни с того ни с сего бах, выстрел. И хозяину блиндажа раз и прострелил ногу. Я перевязал, договорились молчать о том, что был вот самострел. И он объявили, что у него чири, вот он будет лежать, уложили. И, значит, потому что за подобные вещи там наказывали. Орудийные расчеты обычно на орудиях висят там, каким-то образом находят возможность. Все, кто не входит в них, они пешие. У нас тракторная тяга была, значит, эти прицепы со снарядами. И на эти снаряды садятся люди, в том числе я всегда на них. И вдруг вот под Харьковом, когда начали с одного бугра спускаться вниз, получилось так, что сам водитель что-то проморгал что-нибудь, что ли, как. В общем, наши прицепы перевернулись. Когда увидел, что не лазно, я спрыгнул. Но те, которые сидели на прицепах, на снарядах, перевернулись, снаряды на них. Значит, и получилось так, что в том месте мы человек 10 потеряли. У кого ноги, у кого руки, у кого там что-то еще повреждение. И целую машину пострадавших людей с этого места, без, когда никто никого не выражал нам, мы погрузили в машину, отвезли в этот самый санчасть, а там оттуда их отправили в госпиталь. В 44-м году наши союзники, американцы, англичане и так далее, начали второй фронт, заняли Францию, Италию заняли, и их самолеты из итальянских аэродромов поднимались в воздух и бомбили передний край немецкой обороны, пролетали вглубь нашу территорию в район Полтавы. Там ночевали, перезаряжались и так далее, и на следующий день обратный рейс. И по пути, перелетев
через фронт, бомбили врага и садились на итальянскую территорию. Был такой. Вот один из таких моментов мы, значит, вот эта армада начала пролетать над нами. Мы все вверх, значит, приветствовать и желать успехов нашим союзникам. Вдруг три самолета, пролетая над нами, спикировали и сбросили бомбы. Значит, видишь, бомба падает, воздух, все кусок запрягся надо в землю. Когда все это утихомирилось, все, кто встали, начали разбираться, кто к кому, вдруг наш специалист по боеприпасам, лейтенант Лейкин, значит, он как раз в это время какое-то затишье был, он раздетый, на бруспера этих лежал, грелся на солнце, он не проигрывал на команду воздух, значит, продолжал лежать. Смотрим, прошит этими осколками бомб. Ах, ох, повздыхали, и тут же его похоронили в двух шагах от этого места. Ну вот как бывает в жизни. Весь мир следил в эти дни за грандиозными операциями Красной Армии. Дни решающих боев. Мы участвовали в освобождении Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, добрались до территории Молдавии и перешли на территорию Румынии. Церегов, Румос, укрепрайон у них был. Мы там очутились и находились некоторое время, готовясь к следующей операции. Это Яско-Кишиневская, так называемая, операция. Яско-Кишиневская операция, стратегическая наступательная операция вооруженных сил СССР, была проведена с 20 по 29 августа 1944 года и закончилась полной победой Красной Армии. В ходе операции из войны была выведена Румыния, освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. Немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208 600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен. Яско-Кишиневская операция является одной из самых удачных советских операций в ходе Великой Отечественной войны. Через Румынию мы пробрались на территорию Венгрии, преодолевая упорное сопротивление по венгерской территории. Мы к декабрю 44 года подошли к Будапешту. Значит, послали наши части, послали парламентеров к врагам. Вот город подошли, даже окружили. Сдавайтесь, мол, чтобы вот целости сохраниться. Они гнусно поступили. Немцы ответили на этот ультиматум провокационным и злодейским убийством двух советских парламентеров. Тогда пошли на штурм. Миллионы, это тогда 2-3 миллиона Будапешта, наверное, был город. Его окружать, его штурмовать. В городе они все в подвалах, в этих бункерах прячутся. Питание прекращается, а медобслуживания нет. Никакого помощи со стороны. Полтора месяца там мы штурмовали. Наши 152-миллиметровые пушки, которые пуляют свои снаряды на 17 километров, ставили напрямую наводку. Это означает, что впереди вон угол дома, бах, вон вроде танк или что, бах, там появилась куча людей, бах. У нас был капитан Никольчук, командир 7-й батареи нашего дивизиона. Во время штурма Будапешта он со своими разведчиками там занимал
наблюдательный пункт в одной из баронок на окраине Будапешта. Ну вот, враг заметил и начал приближаться к нему, чтобы его прихватить. Он вызвал огонь на себя. Это орудие прямой наводки. Огонь на себя. И во время обстрела противник, который его хотел окружить и так далее, пух и прах был разрушен. Даже они продвинулись дальше, вглубь города, заняли еще один квартал. За это ему присвоили Героя Советского Союза. Битва за Будапешт – одна из самых ярких глав Отечественной войны. Полная доблести, героизма, высокого воинского мастерства солдат, офицеров и полководцев Красной Армии. Я побывал в Румынии, в Венгрии, Чехословакии, в Австрии. Что жизнь у них налажена была, это заметно, потому что дома, хозяйство, все на своем месте. Деревни приличные, поля обработанные, у них аккуратность заметна везде, всюду. Европейский порядок. Мирные жители, значит, ничего плохого, значит, я от них не слышал. Когда нам приходилось жить в них в квартире, они нас кормили, они самые лучшие постельные и так далее стелили, уважительные отношения. Ничего плохого я не видел. Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Малиновского развивали наступление вглубь Чехословакии со стороны Венгрии и заняли город Братислава. Мы прошли через Братиславу, через другие города, добрались до Австрии. Это 8 мая мы двигались вперед, в сторону города Ла, на чехословацко-австрийской границе. Вдруг, в обеденный период примерно, заместитель командира полка майор Терещенко обогнал нашу колонну, остановил, значит, и громко сообщил, что враг согласился сложить оружие, и 9 мая объявляется Днем Победы. Разворачивается назад, отправляйтесь на территорию деревни Пойзор, на территорию Австрии, и готовьтесь завтра отмечать День Победы. Утром командир полка построил полк, провел митинг, поздравил с победой, потом всех на обед. Сели, расселись по батарейным. И по-военному, там порядок такой, чарку, значит, хлебнули. Много картин о войне, там разные обстоятельства пытаются показать нашей земле, но ни одного такого соответствующего тому положению, которое пришлось на деле видеть, я не встречал. Один торжествует, другой ревет, третий что-то еще такое и так далее. Это бывает раз в жизни такой момент. Это вот страдание хуже всякого, чем это можно представить, война. Надо общими силами, ты белый, черный, раб или миллиардер и так далее, надо стремиться к миру, надо общими силами беречь порядок и двигать прогресс вперед, а не тянуть назад, как это на войне бывает.